продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. Но и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то. Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают. Говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы за. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. Противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались и теперь попали в достаточно сложное положение. Но наши... Оригинальный выход нашли. Ну, да. Но наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить в сложное положение. Мы, наоборот, мы готовы конструктивно работать. Но никакого навязывания нам, какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может.